Под завалами супермаркета «Максима» в Риге могут находиться около 70 человек, сообщил мэр города. В четверг вечером в магазине обрушилась крыша. По меньшей мере погибли четверо. Среди них пожарный, принимавший участие в спасательных работах. Пострадали порядка 30 человек. Основная версия обрушения – ошибки в проектировании здания. По словам мэра Риги, версия о взрыве не подтвердилась. К спасательным работам привлечена армия.